Всем привет! Сегодня 6 апреля 2019 года. Мы находимся в Коломенском. Девчонки мне сегодня утром, мне и себе подарили самокат. Папа! Можешь выходить! Выходи к нам! А в ребенка ждет. Он, кстати, и что же это? Самокат, что ли? Да. Кому? Папочка, так как это день спорта, чтобы у нас была спортивная семья, мы теперь все дружно ходим на самокатах. Я не понимаю, походишь белый. Да-да-да. Какой белый? Я не знаю, или радоваться этому, или плакать. И мы гоняем на самокатах по Коломенскому, по парку, и сейчас вот приехали к церкви. Но они были очень давно. Ты нашла следы лошадей здесь? Данилюшка здесь нашла следы лошадей. Она мечтает попасть в конюшню, чтобы покататься на лошадках. И она по всему парку ищет следы лошадей. Что такое? Го-го! Ты их решила приманить. Даниэлька создает специальные торговые предложения, маркетинговые. Яблочко! Ты думаешь, сейчас придут? Услышат про еду и придут? Го-го! Скоро здесь все будет расцветать, эти яблоневые сады знаменитые, будет очень красиво. Пока только травка наклевывается. Даниэль настигает лошадь, поймала повозку. У тебя же нет морковки, но у тебя есть билеты. Ты теперь сможешь покататься на лошадке. Лошадка нас ждет. Нравится тебе? Прогулка в Коломенском закончилась тем, что меня завезли домой, потому что все-таки какой-то я простуженный, у меня уже 2 недели не могу выкарабкаться, а завтра мне вести благотворительное мероприятие. А привезли меня домой, я позвонил маме, а мама мне вызвала скорую, и она сейчас приедет. О, походу это за мной. И в дверь звонит скорая. Я побегу. Да-да-да, это за мной. За мной открыть. Маму и вообще всех сегодня напугали какие-то легкие боли в груди у меня прям по центру были, поэтому вызвали скорую, сделали кардиограмму, но кардиограмма показала, что я здоров, вот, если вам это что-то говорит. Но врачи вообще странные, им говорят, что там голова болит просто дико, что сам по себе простуженный, а они говорят, это полная фигня, это вирус, а если лечить вирус, то это 7 дней, если не лечить, то это неделя. Такая у них, видимо, фирменная теперь фишка. Ну, ладно, им видней. Надеюсь, что скоро выздоровлю. Пока моих нет, вот сижу за компьютером, готовлюсь. Завтра провожу 5-ю общероссийскую пациентскую конференцию по боковому амиотрофическому склерозу, сокращенно БАС. С международным участием буду в Северной башне Москва-Сити. Катюшка с Даниэлькой сейчас развлекаются в Кит-Сити. Я вам готовлю себе ужин. Хочу скорее лечь спать. Время уже половина 10, потому что завтра мне в 7 утра подъем уже, и надо ехать на мероприятие в Москву-Сити. Вот таким вот был для меня этот день. Надеюсь, что завтра будет лучше, интереснее, ну и общественно полезнее.
Пока-пока.